Всем доброе утро. Хочу рассказать вам немножко про свой инкубатор. Поставили яйца 24 марта в инкубатор. И завтра должны они уже лупиться. Ну, то есть сделали все процедуры, как положено. Охлаждение там с 5 апреля. Вот видите, я написала. Открывать. С какого числа проветривать вот эти колпачки. А вчера мы уже не закрывали колпачки, потому что в последние дни уже не нужно закрывать колпачки. И что я обнаружила? Утром встала, проснулась, пошла, смотрю, чирикает что-то. Не поняла, что же это такое. Смотрю, на улице птички чирикают. Подхожу к инкубатору, яйца все целые, абсолютно все. А тут под крышкой чирикает, чвиринькает. Такое интересное чудо. Они должны лупиться завтра. А сегодня они уже чвиренькают, там слышно их уже. Сейчас приоткрою крышку, может, услышать их. Ну, хоть раз чвиренькни. Не хотят. Так громко было. Может, где-то надклюнулось яйцо, я не знаю. Надо будет просмотреть, снять крышку. Ну, шкарлупки. Только что чвиринькнула, я разговаривала. Хочу уловить момент вам. Это же интересно так сильно. Ладно. Ну, вы поверьте мне на слово, что они действительно под шкурочкой и там пищат. Я слышу это, хочу вам показать. А, вот дырочка, смотрите. Конечно, будет пищать. Вот. Видите, носик выставил и пищит так громко-громко. Это он сегодня уже вылупится. Я думаю, что это такое непонятно, где она пищит. Вон носик выставил уже свой. И хочет уже пробить шкурочку. А у этих яичек, это порода курелик горн. Я выйду потом на улицу, покажу вам. Курочки маленькие-маленькие, несушки называются. А яйца, посмотрите, какие крупные, стандартные. У нас еще есть арпингтоны, порода курей. Ну, то есть я их немножко уже повыводила, петушок остался. Я вам все покажу, расскажу про них. Переходим к курочкам. Посмотрите, это яйца желтые, это арпингтоны, а белые это вот эти лигорны. Смотрите, практически разницы нет. Вот взять, допустим, вот это яйцо и вот это. Почти одинаково. Это они грязные, так как они по улице бегают. Ну, в болоте лапки пачкают. А так, яички обалденные. Желточек, они тяжеленькие по весу, такие, как положено. Не сравнить с этими яйцами абсолютно одинаковые. Несутся они каждый день по одному яйцу стабильно. Это арпингтон, крупная порода, мясо яичное. Ножки у него маленькие, а грудинка огромная. Очень хороший петушок. А это у нас порода белая, лекгорн. Они мелкие, как голуби. Не, ну крупнее голубей, это я уже преувеличила. Это по сравнению с моим этим арпингтоном. Но яйца несут обалденные. Это их не яйца, вот это яйцо арпингтона, а это яйцо лигорна, видите? Одинаковые яйца по размеру, крупные, очень крупные. Это они здесь сидят, несут яички. Это насест у них. Также вот мои курицы. Вот и день прошел, уже на улице вечер, и посмотрим, что там мои цыплятки делают. Сейчас я приоткрою инкубатор и посмотрим. Ой, посмотрите, какое чудо родилось. Рождение новой жизни. Ура! И вон очень много надклеванные яички.
Они с дырочками и уже пищат. Он каждое яичко с дырочками. А эти маленькие комочки красивые такие, пушистики. Я им не буду открывать, так как, ну, холодно им становится, они же мокрые. Они сейчас такие несчастные, как гадкие утенки в мультике. А потом такие пушистики станут хорошенькие. Прелесть. Количество, в общем, новая жизнь начала рождаться. Увеличивается. Вот аж запотело стекло. Сейчас вам покажу. Вот смотрите, сколько их. А вот этот только вылупился. Посмотрите, какая прелесть. А вот голову выставляет. Масики мои. Мы только поубирали яички пустые. Вот видите, только выходит из яичка. Это интересный процесс. Этот головку первый выставил. Вначале голову, а потом попу. А те уже, которые чуть-чуть окрепли, они уже бегают по яйцам. Им очень интересно и весело. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь на моем канале. У меня есть подробное видео, как они, начиная с того, как дырочка в яйце появилась, и вылупливается цыпленок. Всем удачи, всем пока. Как ухаживать дальше за цыплятами, у меня будет отдельное подробное видео.